финал гиб. Значит, ML512 0,54 грамма GSB. Задумаешь, я не знаю, куда он целится. Ну давай, хуяр. (216 метров в секунду, ребята. 0,54 грамма GSB. Сейчас еще раз попробуем. Еще разок. Еще разок. Ай, сверм зимой GSB, я витачил, гасинчу, скачка. Без проблем. Оздати гасрода. Вот еще мы мак, как зимой GSB, да? Оздати гасрода, ругат. Так что граниани. Давай, 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 хуяри, давай. Хо, значит, вторая пулька полетела. 0,54 GSB и рикошет, но 218. Давай третью посмотрим еще. Значит, вот пулька, ребята, чтобы не сомневались потом, что к чему. 0,54 грамма GSB. Значит, винтовка вся навороченная. Перевороченная. Да, перевороченная. И третий выстрел. Ага. Просто 222. Я хуею вообще. Я вообще охуел. Короче. 2-2-2. Значит, это очень хорошая винтовка. ML512. Россия. Россия. Моя оборона, Российская Федерация. Понял? Радар, 512 грамм.